Житель Кургана осужден за убийство челябинской школьницы. 20-летний парень расправился с восьмиклассницей за отказ от секса. Узнав, что девочка не хочет вступать с ним в интимную связь, молодой человек разозлился и нанес ей больше 20 ударов ножом. Подробности в сюжете. Убийца 14-летней девочки, увидев камеры, сразу отворачивает лицо. Во время процесса 20-летний Александр Шнипов признал вину и даже раскаялся. Разбирательство длилось больше полугода. И вот суд установил подробности жестокой расправы. Выяснилось, 3 августа пьяный Шнипов познакомился со школьницей на одной из остановок на Копейском шоссе. Время было позднее, он предложил девочке проводить ее до дома. Новая знакомая согласилась, но по дороге парень сказал восьмикласснице, что хочет секса. Она отказалась. Что очень разозлило осужденного, он взял нож, утащил девушку в лесные насаждения и нанес ей не менее 24 ударов ножом, от чего наступила смерть. На утро окровавленное тело с перерезанным горлом обнаружили прохожие и сразу вызвали полицию. Я здесь работаю, хожу на работу. Ну, вот чтоб так близко, девушка, кажется, с перерезанным горлом. Личность погибшей удалось установить только через сутки. Ей оказалась школьница из Ленинского района. Известная девочка состояла на учете в детской комнате полиции. И, по словам соседей, часто гуляла по ночам. Выходишь вечером, вот у нас, допустим, работает магазин до 11, я выхожу вечером на работу. Она стоит внизу в подъезде с какими-то мальчиками, то с одним, то с другим. Они там и матерятся, и курят. Александра Шнипова задержали спустя 2 суток. Оказалось, что это житель Курганской области. И у себя на малой родине проходил фигурантом по делу о наркотиках. И вот теперь за убийство школьницы ему озвучили приговор. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил компенсацию морального вреда матери погибшей на сумму в 1 000 000 рублей.